Сотні молодих артистів Могилевської області усклали квітки до меморіального комплексу у Горках і зладили арт-парад до площі Палацу культури Сільгазакадемії. Летось обласне свято «День молоді» проходив у Осиповичах. Зараз обрали студентський город. Мы хотим посещать все регионы, искать таланты, потому что молодежь везде разная, везде талантливая. И наша задача – найти этих молодых людей и дать им возможность показать себя, проявить и, может быть, даже кому-то подарить путевку для их дальнейшей реализации. У областном этапе конкурса «Огонь танца» коллективы спрашивались за право выступить на открытых пляцовках всёлетнего славянского базара в Витебску. Пошасило самодельным артистам Засипович, Могилева, Бобруйска и Ворок. Я просто люблю танцевать, я танцую от души. Больше за 20 вокалистов выказали ожидание выступить у российским Ростове-на-Доне на 12-м фестивале «Молодь за союзную державу». Молодые артисты лишат его одной из перспективных пляцовок. Я в предвкушении, я хорошо выступила, и поэтому я надеюсь, что все-таки я окажусь в числе тех, кто поедет в Ростов-на-Дону. Все борются за это место, которое предназначено, возможно, кому-то. Я участвовала в этом отборочном конкурсе второй раз. В том году я, к сожалению, не прошла, но в этом году я надеюсь на то, что я в сентябре все-таки попаду в этот замечательный город. Имены переможцев вокалистов от Могилевщины станут известны после прослуховывания конкурсантов из всех областей. Татьяна Сергійчик, Миколай Соболев, новини региона.